Всем привет! Снова с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как заведенный рассказываю в роликах про мясо, овощи, рыбу. Совсем уже забыл, когда готовил сладкие пироги. Если бы не вы, так про них бы и не вспомнил. Сразу хочу отбросить обычно присущую мне скромность и прямо заявляю. Повторить этот рецепт на своей кухне, и совершенно точно никто никогда в жизни не приготовит сладкий пирог лучше вас. Конечно, если вы не соберетесь соревноваться с другим подписчиком кулинарной пропаганды. Пройдемте на рабочее место, все покажу и расскажу. Работа с тестом суеты не терпит, поэтому болтовня сегодня будет в процессе. Вот это мерный стакан, объем 250 мл. Нам нужно 4 таких стакана пшеничной муки высшего сорта. Обратите внимание, как я набираю муку. Я ее не утрамбовываю в стакан. Вот такими легкими движениями ее поднимаю и теперь набираю. Сейчас в этом стакане 155-160 граммов примерно. Так вот, необходимо 620-650 граммов муки и 2 столовых ложки сахара. Набираю с горкой. Теперь 2 чайных ложки без горки соли. Грамм сливочного и 30 грамм растительного масла. 30 граммов растительного масла – это приблизительно, ну чуть меньше, 40 миллилитров. Еще понадобится 20 граммов свежих дрожжей или 10 граммов сухих. Я прекрасно понимаю, что не у всех есть аптечные весы дома, поэтому рекомендую такой способ. Поройтесь в своей аптечке, наверняка найдете крышечку мерную от каких-нибудь там микстур лекарств. На них обычно в миллилитрах деление указаны. Берете целый пакетик с сухими дрожжами, читаете, сколько там граммов, обычно там 11-12 бывает, насыпаете в эту крышечку и смотрите, какой объем, ну и вычисляете, какой объем займут 10 граммов. Да, сегодняшнее тесто у нас очень даже сдобное, поэтому дрожжей в дело идет больше, чем хлебное. Дело в том, что все то, что делает тесто вкусным, жир, яйца, ну, сдабривает его, затрудняет работу дрожжей. Сразу добавлю ваниль в тесто, можно и без ванили, конечно, но мне с ней нравится гораздо больше. Вот у меня образовался стручок натуральный, надо из нее все семена выбрать. Все перемешиваю и вот только сейчас добавляю молоко 500 мл. Добавляйте приятно теплое молоко, так дрожжи быстрее начнут работать. А теперь тесто надо замесить до однородности. Этот агрегат справится минуты за 3, руками наверное минут 6-8 может уйти. Тесто будет очень липкое, так и должно быть, не переживайте, я уже говорил вот в этом ролике. Чем более мягкое тесто, тем более нежная и воздушная выпечка получается. Ну и тем сложнее, конечно, из такого теста что-то лепить. Прошли 4 минуты. Смотрите, какое тесто. Видите? Оно тянется, оно пачкает руки, оно липкое. Прекрасно. Дрожжам проще всего вот именно в таком тесте работать. Пусть трудятся. Уберу дрожжи в духовку, включу не в лампочку, ее тепла хватит. Хлебопекарные дрожжи лучше всего существуют, развиваются, поднимают тесто при температуре 27-29 градусов. Всего подходить этому тесту часа 2-3, зависит от температуры в духовке и подъемной силы ваших дрожжей. За ним надо следить, и как только поднимается вдвое, тут же тщательно его обминать, вымешивать, удаляя из теста весь углекислый газ и насыщая его кислородом. Дрожжи могут и без кислорода существовать, но в анаэробном режиме они потребляют то же самое количество сахара, производят в 3 раза меньше углекислого газа, и при этом сами не растут, не развиваются. При этом, что самое неприятное, они вырабатывают спирт, а спирт очень сильно ухудшает вкусовые качества теста. Прошло 40 минут. Смотрите, как поднялось. Вымешиваю минутку и опять отправляю подниматься в духовку. А руками минуты 3 надо месить. Прошло еще 40 минут. Видите, как прет? Опять вымешиваю. Если кислорода дрожжевым клеткам хватает, то они растут и скорость подъема раз от раза возрастает. И еще, при интенсивном вымешивании в тесте образуется глютеновый каркас. Что такое глютеновый каркас, смотрите в этот ролик. Он короткий, но там все очень подробно показано и очень наглядно расписано, что же это за глютеновый каркас и зачем он в тесте вообще нужен.
Прошло еще 40 минут. Красота. Будем собирать пирог. Оно все еще достаточно липкое. Не такое, конечно, как было, но еще слегка липнет к пальцам. Начинка у меня будет из малинового варенья. Ну, вернее, это не варенье, это джем покупной. К сожалению, своего варенья у меня нет. Лимонной цедры и затирухи. Крамбла. Цедру можно обрабатывать для этого пирога по-разному. Я просто натру на терке и все. Но если у вас слишком сладкое варенье малиновое, то нужно добавить кислинки. И вот эту кислинку очень хорошо вводить как раз-таки цедрой. Тогда ее нужно брать больше, срезать, ну, вот этим овощным картофельным ножом, нарезать мелкой соломкой, бланшировать в кипятке. То есть погружаете буквально на одну минуту в кипящую воду, вытаскиваете и вот такую цедру добавляете в начинку. Это будет просто супер. Можно еще использовать клубничное варенье, тоже будет совершенно суперская штука. И я на днях делал такой пирог, попробовал добавить свежие ягоды, клубники. Это была фантастика. Представляете, сочетание сладости варенья с вот этой вот кислинкой свежей ягоды дало совершенно невообразимый результат. Просто фантастика. К чему я все это говорю? Ваш пирог добавляете те ягоды, те сладости, какие только можете придумать. Не переживайте, если они будут слишком мокрые, слишком много сока содержать, чтобы не размачивалось тесто от этого сока. Мы как раз-таки используем вот этот вот крамбл. Он содержит в себе муку, и эта мука возьмет лишнюю как раз-таки влагу. Вот в этом ролике я показывал яблочный крамбл во всех подробностях. Пропорции, принцип приготовления, с чем едят, куда употребляют. Если кто-то не видел, щелкайте и смотрите. Ну, я думаю, все знают. Отделю кусок теста, это будет у нас основание пирога, и буду растягивать аккуратно, так чтобы всю поверхность формы перекрыть. Это очень вкусное тесто, и не переживайте, если у вас не все оно на пирог уйдет. Все, что останется, можно всегда в дело пустить. Крендельков налепить или просто пирожков. Если уж тесто совсем сильно к рукам липнет, то можно, конечно, добавить немного муки, но лучше обойтись без этого. Воздушнее и нежнее будет выпечка. Форму я накрыл бумагой для выпечки. Если у вас форма позволяет обходиться без этого, то и не накрывайте. Смотрите, в общем, по своим условиям. Если и сейчас тесто продолжает к пальцам липнуть, можно слегка пальцы мукой протирать. Бумага для выпечки бывает разная. Одну надо смазывать, другую нет. Та, которая не требует смазки, у меня закончилась как раз. Поэтому я смазал. Теперь выкладываю начинку. Надо хорошо все засыпать затирухой. Она, во-первых, лишнюю влагу из варенья вытянет, не даст подмочить тесто. А во-вторых, это просто вкусно. Ну а теперь все просто. Отделяю кусочек теста, растягиваю и плету плетеночку. Вот и все. Если тесто осталось, слепить кренделек. Теперь надо дать пирогу час времени на расстойку в теплом месте, без сквозняков. Через полчаса включу духовку нагреваться до 200 градусов, а пока замешаю альезон. Это яйцо, разболтанное с ложечкой воды. А я еще сахар чуть добавляю. Альезон нужен для смазки пирога, тогда выпечка будет блестеть, как будто покрытая лаком. А добавление сахара в него делает цвет этого лака темнее и ярче. Смотрите, как поднялся. Теперь обрызгаю его водой и отправлю в печь. В печи от высокой температуры поверхность теста сохнет, образуя корочку, а пузырьки газа, которые есть в тесте, пытаются расшириться. И эта корочка не дает тесту подняться. Поэтому я и смочил пирог водой, и поэтому же добавил вниз на противень тоже стаканчик воды. Чем более влажная атмосфера внутри духовки, тем медленнее эта корочка образуется. Всего ему выпекаться в духовке где-то минут 30-40. Но реальное время зависит от температуры вашей духовки и от толщины, в которой вы пирог вылепили. В общем, смотрите на внешний вид. Пирог почти готов, осталось покрыть его лаком, после чего он в духовке минут за 5 заблестит. Пора, я думаю.
Но резать его сейчас ни в коем случае нельзя, пока он еще горячий, тесто содержит очень много влаги. И мякиш еще тяжелый, он и за ножом будет тянуться, приклеиваться к нему. Надо дать ему остыть, накрою его полотенцем. И потерпите хотя бы полчаса, а лучше час. Будете вознаграждены. Теперь пора. Нежнейшее тесто, ароматнейшее, воздушное просто как пух. Сладость малины, цедра лимонная, кислинку придает. Это просто взрыв мозга, это фантастика. Готовьте, и лучше вас во всей округе, среди всех ваших знакомых, среди любых, на любых конкурсах никто этого не сделает. Это просто супер. Вот и все на сегодня. Понравилось? Поставьте палец вверх, а лучше два. Это фантастический пирог, это просто сказка. Пироги сладкие меня учила моя мама делать. Мамуль, да, это другое тесто, не то, какое ты меня учила. Но этот пирог по меньшей мере не хуже, чем твой. Вот точно говорю. Спасибо тебе. Товарищи зрители, друзья мои, приготовьте. Еще раз пересмотрите этот ролик. Посмотрите, какое тесто должно быть на ощупь. Вот насколько оно липкое, влажное, мокрое. Насколько с ним тяжело работать вообще. Вот так сделайте, и вы получите такую выпечку, такой пирог. Такую фантастику, которую в жизни никогда нигде не пробовали. Это просто сказка. Спасибо. И не забудьте подписаться, если кто-то этого еще не сделал. Вот здесь. Спасибо за компанию. Всем пока.